Год семьи в Рязани стартовал в МКЦ танцевально-песенной программой. Среди зрителей те, кто свято чтит семейные традиции, одна из которых считает семью основой государства и благосостояния общества. Рязанцев с праздником поздравил глава администрации нашего города Виталий Артемов. Я хотел бы всех поздравить с годом семьи, потому что семья – это, ну, наверное, самое главное, это основа основ. Наша страна – это наша семья, наш город – это наша семья, а семья каждого здесь сидящего – это своя страна, где есть любовь, взаимопонимание, дружба, забота о старшем поколении, уважение к младшим. Россия – это сила! Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова также произнесла теплые пожелания со сцены муниципального культурного центра. И сегодня, открывая год семьи в городе Рязани, хотелось бы пожелать всем чуткости друг к другу, радости каждодневной, успехов, умения радоваться малейшим успехам друг друга. И, конечно же, основа всего – это любовь. После официальной части детей и их родителей ждали интерактивные локации. Мастер-класс по росписи глиняной игрушки, плетение тряпичных кукол-оберегов, изготовление добрых открыток и поделок из фетра. На площадках творческого клуба каждый смог попробовать себя в разных видах декоративно-прикладного искусства. А еще гостей мероприятия повсюду сопровождали ожившие персонажи из детских сказок, придавая празднику по-настоящему волшебную атмосферу. Для ценителей изобразительного искусства в семейной гостиной развернулась графическая выставка необыкновенных произведений графики Игоря Сенченко. Здесь же поговорили о семейных ценностях и традициях. Прежде всего, наверное, уважать друг друга, слушать и любить, наверное. Но это же самое главное. Чтобы все вокруг любили друг друга, уважали, помогали в сложной ситуации и делились со всем, если у кого-то что-то не хватает. Любовь, чтобы все друг друга любили, понимание, взаимное все, что было. На празднике рассказали о грядущих проектах. 2024 обещает стать плодотворным на тему семейных мероприятий как на федеральном, так и на региональном уровне. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».